Молодой пианист, лауреат престижных конкурсов Александр Малафеев выступит с симфоническим оркестром «Губернаторский». Наша съемочная группа познакомилась с музыкантом на репетиции. Александр занимается музыкой с 5 лет. После школы и училища он продолжил путь в высшем учебном заведении с фундаментальными традициями. Сейчас он учится в Московской консерватории и выступает в лучших концертных залах России и зарубежья. В Ульяновск музыкант приехал впервые. Он привез виртуозный эффектный концерт ми-бемоль-мажор Ференца Листа. Пианист поделился впечатлениями об оркестре. Замечательный оркестр, особенно под конец репетиции, когда Фабио разжег наконец этот огонь, и мы сумели почувствовать друг друга, поэтому я думаю, завтра на концерте это будет еще в 10 раз ярче и прекраснее. В этом году исполняется 210 лет со дня рождения венгерского композитора Ференца Листа. Он остался в истории музыки как искатель новых эффектов. Лист – это величайший реформатор не только в композиции или пианизме, но и в формировании прогрессивных концертных традиций. Чтобы исполнять его произведения, необходимо обладать хорошей техникой. Октавные пассажи, два форта и живые темпы не дадут заскучать ни одному исполнителю. По мнению художественного руководителя симфонического оркестра, концерт ми-бемоль-мажор может осилить не каждый. Но Фабио Мастранджело верит в молодого исполнителя. Ну, Саша молодой только по возрасту. Он уже очень зрелый музыкант, он очень талантливый, он знает, где самые важные акценты, он знает, когда смотреть на дирижер. Это очень важно. Не все пианисты умеют это делать. Кроме фортепианного концерта прозвучит вторая симфония Иоганнеса Брамса. Александр Малафеев вместе с симфоническим оркестром отработал все технические и интенционные моменты на репетиции и уже готов выступить публично. Концерт состоится 19 ноября во Дворце творчества детей и молодежи. Виктория Чиркова, Герман Баранов. Управда ТВ.